Хайо, гайс, он шмеки, мы продолжаем пройдите руку под названием Бахухульник. Если вы помните, я, короче, сделал одну вещь, что связано с вот этим, как он называется, исповедником. Мы зачистили и получили побег, и мы победили босса. Теперь мне нужно, во-первых, понять, куда вот этот проход будет вести. А это мне нужно назад, в принципе, идти. Я могу пробежаться и посмотреть. Также мне нужно будет узнать... Бля, я надеюсь, тут этих великанов не будет. Есть на свете железное древо, и стоит оно... А, это было. Было, помню. Это было. А, я понял, все. А, я понял. Ага. Охренеть. Вот это единственный враг, который меня бесит. Во-первых, он не, так сказать, ненормальный. Я понимаю, что это химера, но то, что она появляется, когда я прохожу, и она смотрит как бы в одну сторону только, я не знаю почему. Дальше, как мне попасть в ту комнату, где у нас что-то добыло? А, стоять, у нас еще там есть проход. Ой, я к нему схожу. Вот туда мне нужно, вот вниз. Так, мне ниже нужно. Ну, найс. Ладно, полетели сюда. Не хочу мучиться. Ключ инквизитора использовать. Даже не было анимации входа. Но опять корень, который мне нужен, который я не могу получить нигде. Значит, с этим мы потом разберемся. Да. Эта тварь меня еще коцнула. Найс. Не знаю, зачем я еще хилку заюзал. Странно работает здесь это. Ой, боже мой. Ладно. Ключ песца. Так, здесь ничего нет. Полетели дальше. Отлично. В чем херня теперь здесь заключается? Снизу был у нас рычаг? Я уже не помню. Да, большой палец помогает мне не упасть. Это хорошо. Надеюсь, что-то ценное. Сфера священного дыма. Так, сфера священного дыма. Маленькая полупрозрачная жемчужина с запирающим механизмом, который почти не видно. Традиционно из... А, их заполняли дымом от больших курильниц. Матери... Так. Матери матерей. Но в этой бусине содержится нечто иное. Ее чудесное влияние заполняет склянки из-под желчи после ударов. Но чудо капризное, и это случается нечасто. Ох ты, ладно. Когда все... Так, сфера священного дыма. Когда все ушли, она подошла к костру, где все еще дымились обожженные останки еретика. Ловким движением пальцем она открыла едва видный замочек,
на драгоценном жемчужине и пронесла ее через серую струйку дыма, вновь захлопнула. Она верила, что дым этот сохранит там навеки. Знаете, что я сейчас понял? А это довольно хорошая вещь, потому что я могу убивать врагов и с каким-то промежуточным шансом от этих же врагов, так сказать, восполнить свой запас желчи. Это очень хорошо, на самом деле. Я даже не жалею то, что я сюда пришел. Но все равно у меня остается вопрос насчет той тюряги. Только интересно, какой шанс там. Какой же шанс все-таки за получение того, что мне нужно. Так, здесь у нас нихера не открывается. Что дальше? Здесь у нас врата, там я не помню что. Что-то оно как-то вообще не заполняется на самом деле. Может, каждый десятый враг. Чуть я сомневаюсь. Чё-то я в этом сомневаюсь. Очень сильно. Ладно, поехали. Так, как я понимаю, мне нужно запустить механизм. Потом здесь запустить. И когда он будет спускаться, мне нужно будет на ту сторону быстро пробежать. Ну так, вот. Окей. Что здесь тогда? Да заткнись ты. И тут нихера. И тут нихера. Ага. Ладно. Тогда я останавливаю запись и пытаюсь понять, куда мне идти. Опа, я, короче, здесь проход секретно нашел. Здесь в стене было. Блядь. Ладно. Ага. Что здесь было? Фаланга пальца. Фаланга пальца Малавера Ульяма. Уильям граф посвятил свою жизнь тому, что выводил на чистую воду шарлатанов и лживых проповедников. Он даже смел сомневаться в святости некоторых членов кастадианской церкви. Такой ереси мы не простили. О, смотрите, а вот от этого меня отхилило. Дало хил. Найс. Может, мне дают, когда у меня вообще нету хила никакого? Как вариант. Блин, а здесь я фиг знает на самом деле, потому что... Вон, видите, там сундук. Я не знаю, как туда попасть. Сундук есть. Врата туда есть. А входа туда нет. Я думаю, может, здесь где-то верхний этаж есть, секретный. Мне бесит то, что их много здесь.
Так, там у нас нихера. Поехали. Вот здесь где-то должен быть вход, мне кажется. Вот здесь вот. Тогда да. А, инквизитора как раз вот ключ. Как раз тот самый ключ, который мне нужен. Мне кажется, здесь, вот здесь должно быть что-то ценное. Очень ценное. Ясно. Сосуд. Ну, блин, с одной стороны, неплохо, но мне кажется, оно начинает меня хилить в процентах. То есть оно не фулл хили, да? А какие-то проценты. Ладно, гоу к сейву и продолжим. А на самом деле я еще не разобрался вот с теми вратами. Есть догадка, это вырубить везде свет. Это одна из догадок. Но я не знаю, насколько она верная. Хотя там тоже горит свет, слушайте. Есть вариант это проломить. Нет. Ну, можно поп... А, нет, нифига. Нифига, я тогда не знаю, как туда попасть. Ладно, сейвимся. Что делаем? Мы идем дальше туда, по левелам, вот как раз по этому вот проходу. Потом, если что, вернемся и сходим туда наверх. Если там что-то было. А там я не мог куда-то залезть, да? Если не ошибаюсь. Так, вы отдали ключ. Хорошо. Надеюсь, я там телепорт найду. Так, монастырь владычица наших с... Так, драться не могу. Стой, я вернулся обратно в горы? Серьезно? Смотрите, я вернулся в горы. Вау. Ха. Прикольно. Серьезно? Вообще неплохо. Тогда я иду сюда. К монастырю. У нас с вами 52 тысячи. Я думаю, можно на этом что-то да и купить. Давайте я прокачаю метание. Ну, зажим. Так. Поищу еще, и нужно вот эти открыть остальные. Еще даже... Всего 7 их. Всего таких вот статуй. Мультикиллов этих. 7 штук. Поэтому нужно искать. Так, там я не был, да? Привет. Поздно следующий из моих болей. Всего, по идее, сколько? 7 кинжалов, да, у нее там было. Плюс еще до хера хп. Да, по хпшке я проседать точно не буду. Главное, чтобы я не к финалу не пришел, если что, я специально сдохну. Так, я вижу тут тупик. Здравствуй. Так, зеркальная маска The Wolf. Так, побег с пачками. Небольшой подарок Диагасиаса. Он проткнул изображение скрученного на эфесе твоего меча. Шипы прозвали чудом, питающие грехов и виной, и растут вместе с бременем, который несет обладатель меча. Ага. Зеркальная маска Дольфоса. Артефакт, найденный в руках мертвого Архидакна в заброшенной башне в снегах. Прощание Диагасиаса. Брат Аббат, ты знаешь, что я был писцом в этом аббатстве чуть ли не с младенчества? Я писал о нашей церкви, наших святых и нашем чуде величайшей боли. Я должен сообщить тебе, что принял решение уйти, хоть и собираюсь писать дальше. В этих стенах я не могу
не могу быть истинным свидетелем деяния чуда. Я должен увидеть его священное деяние своими глазами. Я буду летописцем чуда, во что бы это ни стало. Под дождем, под пламенем солнца... А, это уже было, мы с вами читали, да? Так, признание Дольфоса, часть 3. Они не понимают, им не найти благодаря среди старых книг и темных снов. Благодаря в чисто... Так. Благодать в чистоте в том, что мы видим и ощущаем. Я должен изучить красоту сияния и кривых, что отражает изменившуюся истину. Я должен изучить искусство ювелиров, ибо чудо управления их руками. Чтобы создать украшения с его изображением, они наконец-то оставят меня в покое здесь и в этих ледяных покоях. Мне кажется, что, смотрите, по карте я могу, в принципе, использовать лифт. Вот просто вниз спуститься, да, самый. Засейвиться, ладно, засейвиться. Спуститься вниз, как раз зайти сюда в печать. И по пути я могу еще заскочить там где-то, кровь заюзать. Сюда я могу потом тэпнуться, если что. Заюзать кровь, сколько мне нужно. Ого, я, наверное, деньги прокачаю. Ой, оставлю как раз до вот этой крови. Я спущусь сам вниз. Отдам вещицы и продолжим. Короче, я ж тут как раз в этом месте. Я могу сюда зайти. Только другой сохранюсь на всякий случай. Да как раз всякий случай я сохранюсь. Здесь у нас бабулька. Ну, го, посмотрим как раз, что у бабульки здесь было. This is a, and may I don morning black if... Так, защита обладателя увеличивает. 5К. Ее каменный взгляд позволяет узнать жизненную силу врага. Но это количество ХП. Так, рана от нарушенных клятвы исцеляет редко. Вот это нужно взять. Мне кажется, это сюжетная повязка. Да. Первая свадебная лента. Такими мягкими белыми лентами украшаются на свадебных церемониях. Эта лента порвала, и тонкая вышивка на ней уничтожена. Это один из трех предметов, оставшихся после незаконченного обряда. Раны от нарушения клятвы исцеляются редко. А где как раз был череп, да, у нас с этим? А, не помню. А номер один. Да, брат, я уже давно не провожу свадебную церемонию. С этого дня, как три сестры приняли друг друга в молитве, с того самого дня, когда обретатели они с мольбой к самому чуду, чтобы избавить их от этих священных уз. Я не помню, куда мы девали череп? Куда мы череп дели? А, ну, если что, ладно. Ну, это, да, это предмет... Типа, по заданию тут камень нет, потому что он слишком дорогой. И там плюс есть описание, что он дает. А, я думаю, что запись, зачем мне запись останавливать, если мы сейчас все равно идем влево сделать зачистку. Блин, мне еще нужно будет в горы пойти, потому что там был один младенец. Так, ладно. Интересно, могу ли я здесь сейчас изменить предмет? О, блядь, здесь на шипах. А, да. Значит, здесь каждая локация, да? Для... У каждой локации свои враги, точно. Да, нормально. Это легко. Ха-ха-ха.
Хорошо. Отлично. Next. Мог отхилиться пока что. Хотя нет, макаки эти с другой локации. Ой, блядь. Ой, давайте я только без них. Пожалуйста. Бля. Вот это чего я боялся. Это чисто того, чего я боялся. Так, сразу предмет сменить. И сейчас просто заново вот эту зачистку делать. А духа моего здесь не осталось, да? А я проклятие плюс не получил. Пиздец. То есть она кинула только что в меня, но зацепила себя. Ясно, понятно. Ладно, добро. Вот я сейчас мог отлететь, было бы больно. Блять, точно, где же эти? Так, стой, это сейчас бабульки, да, будут? Значит, сюда. Лучше, чем упасть и сдохнуть. А, и все, понимаете? То есть мне нужно было только это сделать. Сердце единственного звука. Найс. Так, выросший побег. Сейчас мы сердце посмотрим, что дал мне. Так, выросший побег. Небольшой подарок для Грасси. Он подкрутил изображение. Шипы при... Так. Он проткнул изображение скрученного на эфесе твоего меча. Шипы пронзают чудом, питание духа, вины и раскрытие меча. А, то есть он просто показывает прогресс, да, на нем? Ну ладно. Сердце единственного звука. Сердце меча, которое создает загадочный звон. Можно встретить в Меокульте. Заставляет лезвие вибрировать и позволяет при ударе уничтожать некоторые нематериальные летящие объекты. Снижает сопротивляемость владельца к воздействию стихий. А-а-а, понятно. А сердце единственного звука. Смотри на них. Смотри, как они карабкаются вверх по горящему пеплу. Смотри, как они ползают, подобно диким зверям. Пепел поглощает их до одного за другим, ненасытный. Такова вера, которая будет в них чудо. Он не заставляет их ползти к преображенному престолу, пообещав единение, которое, конечно же, произойдет не будет, совсем не таким, как им представляется. Скоро, когда поглотит пепел, каждого из них перепадет они и наполнится верой, которую ни ты, ни я никогда не можем постичь. Окей. То есть как-то так. Подождите, а у меня, кажется, какой-то был предмет, чтобы при ударе
я пулял луч такой. Стой, или это в другой была игре? А, это в другой, это было в миноре, точно. Тьфу. Я же игры путаю. Ладненько, поехали тогда вниз. Сейчас бегаем в этот. Мужичков в церкви здесь. О, чудо было благословлено к нам. Пока в нашем братстве есть братья, пусть остановится даже всего один. Для больного есть надежда. Возьми это в знак моей благодарности. Подбывающийся. Добродетель. Узелок из ниток. Изи. А, подожди, так все? Так у меня много еще предметов. Так, давайте тогда сделаю сейв. Схожу сюда. Нужно сходить, короче, во все места, где у нас были NPC, с которыми я мог взаимодействовать. Ага, у меня ничего такого нету. Добро. В принципе, в этой серии мы можем потелепортироваться в эти места и повыполнять то, что мне нужно. Почему бы нет? Так, а ближайший телепорт здесь где? Просто у меня нитки есть для обряда. Стоп-этап. Телепорт у меня находится внизу. Угу. Ну, в принципе, это мы так и сделаем. Погнали к телепорту. Так, там челика с язвой, что ли, сосуд? Подожди, ребенок с язвой? Да. Так, здесь ничего не трогаем. Сейчас мы идем нитки, короче, получать. А, нитки получаем. Так, даже где это? Кажется, здесь. Да. Сначала нитки, чтобы еще у меня был один. А, подожди, это ж не кровь. Кровь вот находится где, бля. Ладно. Ну ладно, неплохо. Отдать. Так, и... В принципе, теперь я могу вставить еще что-то. Да, пускай это стоит. Чтоб я потом не снимал по 100 раз. Так, а мне еще свечки, да, нужно найти? Сейчас я тут вещь тоже вспомнил. Со свечками. Так, наверх подняться. Или тут подняться наверх. Где у нас еще синий? У нас еще красная свечка где-то горела. Еще у нас красная свечка горела, и с ней нельзя было ничего сделать. Так, полетели. Так, здесь ровная арена. Окей, то есть, видите, враги все равно какие-то все в разброс. Ладно, пускай сюда бежит колокольчик. Next. Я не помню, что он делает, я знать не хочу. Пока что это самая простая комната.
Да, ну нет. Я хочу... Во, да, сделал. Еще? Готово. Еще? А не, все. Так, хорошо, это мы сделали. Слезы искупления. Как-то их очень мало, да что я даже не замечаю, как их прибавили. Колючий побег. Небольшой потрох. Добро. Отправляемся к телепорту. Блин, но мне все равно нужно понять, как мне вот эти лианы пускать. И в кровавую в эту херь нужно будет сходить. Сны милосердия. Альбера это начальная локация. Так, здесь мне в принципе... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Довольно долго бежать. Я еще не помню, где у нас невидимая была. У нас же не вся же карта, да, прогружена? Поэтому есть места, где... Вот здесь, я помню, где-то. Это шино... Да, вот здесь вот было. Так. Так. Короче, здесь нормально все. Здесь мы сделали. Здесь сделали. Сделали. Нужно будет все равно за кровью сходить. Здесь есть... Где я вообще, блядь, нахожусь? Я нахожусь здесь. Мне наверх. Мне нужно наверх. Сюда нужно сгонять будет. Это чё? Исповедник. А, подожди, их тут два. Фу, блядь, как сложно. Ладно, полетели к этому, схожу. Крови, не знаю, по пути, может быть, заскочу. Так, я добрался сюда, полетели. Если что, я могу восполниться в горах, но я навряд ли туда пойду. Так, хорошо, здесь тоже с платформами. И тут песочные людишки. Дальше. Нужно лучше в центре стоять. Телочки, монашки. Так, запоминаем, сколько у меня душ. Ой, я их уже ваншочу. Том. Так, какой? Я ж типа прокачал меч. Так, 988. Короче, 49к. Угли разбитые. Звезды, хорошо. Чем мне дал уголь? Оскверненный побег я получил. У меня два камня. Два угля. Угли разбитой звезды. Незнакомый минерал, найденный давным забытым горняком в... Глубокое расселение. Бедняк лишится разума, глядя в лабиринт из грани этого кристалла, который отражает несуществующий свет, увеличит количество рвения, полученного при совершении атаки. Нашел! Это свет звезды! Все, что они говорили, правда. Что-то светится в этой
о морозной тьме. Свет звезды звал нас. Я хотел выбраться, я хотел вернуться в небеса, но теперь это невозможно, ибо он мой. Так, окей. Идем дальше, да? Дальше, дальше, дальше. Я, наверное... Нет, сюда лучше спускаться через этот. С этой стороны. Я, короче, сейчас поднимусь сюда наверх. Пробегу по прямой, заберу сюда. Пройду здесь, спущусь вниз и сюда схожу. Так, я пришел сюда. Поехали. Главное, не забывай, где я был, а где я еще не был. А то буду потом круги наворачивать. О, щет. Окей, ну, у меня, если что, есть хилки. Главное, успеть им воспользоваться. Начинается. Ну, а между битвами, типа, можно отхиливаться. Ай-яй. Раз. Два. Три. Все, хила больше нету. Я не знаю, что это за челик, но я вижу у него карандаши в теле. Ой, блядь, стой, 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 стой. Хотя... С этой херней только так драться. Вот этот у меня бы, кажется, может даже ваншотнул бы. Потом лучше бы не рисковать. О, да. Все-таки душу нормально дали. 5к. Не, может быть, мне нужно еще закупить все эти предметы. Так, багровый побег. Идем дальше. Я вспомнил, у нас еще есть на этой вершине дерево. Или подожди, не на вершине. Вот здесь, вот этой локации, где эта огненная локация. Не помню, в огненной локации. А, там у нас же еще тоже было этим, как они называются, древо, которое молнией пробито. И туда можно жертвого было какую-то принести. Нужно еще будет туда сгонять. Ой, я, кажется, забыл, да? Я горю изнутри. И дым этого тела, моего скрыто все вокруг. Чё? Вот это, я думаю... А, не, так не работает. Я, короче, насчет этого подумал. Что, если я использую синюю, да, и с красной? Но ничего не происходит. Давай тебя. Мне кажется, что-то должно произойти с этим, с свечой. Но она не хочет. Тут одна у нас только из... свеча есть именно такого цвета. Ладно. Прямо-прямо. Так, хорошо. Next печать. Может быть, мне как одну из таких вот печатей дадут предмет? Ох. Ладно, лучше наверх забраться. Thank you.
Лучше убить раньше вот этих. Чтобы потом головы эти сраные не летали. Ха. Окей. Ну, пока что не сложно. Может, сейчас будут призраки эти сраные. Накаркал, да? О, сука. Ладно. Это плохо. Ладно, отхилюсь до конца. Фифибо, я не знаю, насколько это жесткие. Ну, видите, он типа убивает сразу. Ой, бля. Окей, наверх. Все, изи. Ну как не изи, ну более-менее комната. Чешуйная монетка. Опа, что новенькое? Так, лоза сплетенная в крови. Так, небольшой подарок. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мне получится, нужно будет как раз еще этот подъемник найти. Так, и что я получил? Золотую монетку. Чешуйная монетка. Так, внушающий беспокойство золотой диск, покрытый сброшенной кожей какой-то рептилии. Сисмена, изображенная когтя, считается символом алчности и увеличивает количество слез искупления, собираемые при каждом ударе. Ага. Взгляни на эту страницу, на эти рисунки. Конь читает священные письма. Так, писание обезьяны, облаченные епископами, и рептилии, которые поклоняются толпе. Слышишь этот ропот? Это братья предостерегают нас об опасности этих страниц. Лучше оставить эту книгу на место. Блин, не знаю, ну типа фарм, для фарма у нас, кажется, тут два, да, предмета есть. Ладненько, погнали далее. Так, я пришел к Винке. Сколько? 1500. Наполняем. В смысле, ты только один наполнил? А, мне нужно так каждый наполнять. Ну, в принципе, нормально. Так, этого у меня выходит. Эту я уже не смогу использовать, потому что я потратил. Не знаю, куда тогда эти вещи девать. Эту, ладно, я знаю. Эту повязку тоже не знаю, куда мне девать. Идемте далее. Так, еще я помню, у нас вот это был лифт. Место с лифтом. Так, здесь что у нас? Ничего нету? Нету. Короче, сходил я туда. Сходил я туда, блядь. И знаете, что я там нашел? А ничего. Там, оказывается, был не... Или здесь? Я уже, ребят, на самом деле не помню, где это было. И здесь еще должен быть младенец, если не ошибаюсь. Вон, да. Только как туда попасть?
Иной вопрос. Хотя нет, отсюда, вниз, вниз, вниз и сюда. Ну, могу туда сейчас бегать. Окей, так, и здесь пещеры. Что я здесь не мог сделать? Походу залезть, да, туда? А, ну, хотя не, я смогу залезть. В принципе, может быть... А, я понял, мне прыжок нужен. Ладно, и так прокатит. Стой, я сейчас так сделаю. Во. Хорошо. А? Ах, ты ж ё-моё. Не. Прикольно. Ладно. Как мне тогда прыгнуть? А он не допрыгивает, слышите? Он не хочет допрыгивать. Ладно. Давайте пока остановлю, попробую сам, а потом продолжим. Ладно, я сумел. Там нужно было чисто на самый краешек. Чисто на самый краешек. Окей, надеюсь, это что очень ценное. Косточка. Так, копчиковая кость одержимого Данила. Говорят, что Данил объявил в каком-то замке. Он рассказывал, что пока он спал, в него вселился тень. А еще утверждает, а будто бы состоял в плотских отношениях с подземными тварями. А еще утверждал, будто бы состоял в плотских отношениях с подземными тварями. Странно, ладно. Идемте искать то яйцо пушистое. Хотя, ребят, я, короче, подумал, уже времени я много снимаю. Поэтому давайте на этом, я думаю, закончим. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и, короче, я побегаю, поищу еще что-то. Потом это все дело запишу и буду по кусочкам это снимать. Поэтому всем пока.